Сейчас еще по России. Тула. В Туле в эту субботу губернаторская инспекция работ по благоустройству в историческом центре города. Глава региона Алексей Дюмин оценил первые результаты восстановления Тульской набережной. А в музейном квартале в скором времени разместятся филиалы музеев Ясная Поляна, Куликово поле, Поленово и Музей оружия. После проверки губернатор присоединился к проведению субботника и за пультом управления автокраном поучаствовал в выставке крупномерных саженцев на берегу реки Упы. С пометкой «Срочно» этим утром поступает